Очередная партия гуманитарной помощи сегодня отправляется на Донбасс. Вот в этом грузовике 8 тонн продовольственных продуктов уедут на юго-восток Украины, туда, где пострадали жители мирных районов. Очередной сбор гуманитарной помощи организован главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным и писателем Захаром Прилепиным. В этом 10-тонном грузовике самое основное, что нужно жителям отравленных войной территорий. Крупы, тушенка, сгущенка и масло. Отгрузку именно такого количества самого необходимого писатель может проконтролировать лично. Значит, людям нужно каждый день питаться. Там находится, там, условно говоря, миллион человек, да? И из них там огромное количество детей. Там эти люди занимаются работой, они ходят на работу, они занимаются, они не просто дома сидят, да? И они должны какое-то питание получать, должны какие-то лекарства и там прочие необходимые вещи. Поэтому это нужно сегодня, завтра, и через месяц это будет нужно, и через два месяца это будет нужно. Вся помощь будет оказываться адресно. В Донецке составляют список с адресами нуждающихся в помощи. Затем автоколонна Прилепина буквально по каждому адресу развозит необходимое количество провианта. Среди прочих адресов есть и фонд доктора Сергея Матасова, который спас огромное количество жизней. Кстати, острая необходимость сейчас именно в медикаментах. Здесь нужно не просто оказывать помощь, ее нужно оказывать еще и с умом. То, что в первую очередь просят люди, то и нужно отправлять. Хотя, конечно, любая помощь будет приветствоваться. Еще раз повторюсь, очень остро, вот мы сейчас с Захаром разговаривали, это проблема медикаментов. Потому что огромное количество людей, которые даже физически не могут покинуть эту территорию, они нуждаются в помощи. Гуманитарную помощь с медициной глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин пообещал подготовить к следующему разу. А пока 10-тонник взял курс на Москву, где к нему присоединится еще несколько грузовиков, после чего под руководством Захара Прилепина они двинутся на территорию войны. Алексей Рожин, Георгий Захаров, столица Нижней.